Привет, снова в эфире Радио Бали. Меня просили рассказать про еду, поэтому я такой коротенький сперва сюжетик сделаю про еду. То, что мы едим дома, то, что нам готовит Семина няня, совершенно чудесную еду. Сейчас я включу камеру, покажу вам, что это такое, немножко расскажу. Так, сегодня, извините, темно немножко у нас тут. Это... Сити. Наш лучший повар. Hello. Симон. Сегодня у нас в меню вот такой салат с горькой дыней. Bitter melon. Но это не горькая дыня, это какой-то овощ, который называется bitter melon. Да. Потом у нас вот такой вот супчик. Правда, мы уже частично его поели. Называется он раван. Раван. Он с говядиной и... Soy sauce, yes. No, beef, and the ingredients are like black color. I don't know in English. Черное что-то. In Indonesia for halwa. Вкусно очень. Вот это вот слева вот такие штуки, это темпе. Это тофу с чем-то. Сам что-то вроде тофу, да. Из тех же семян. И вот это вот. Прикольно, это утиные яйца. Их вот в Индонезии едят вот таким образом, их пополам разрезают. Не чистят. И потом из скорлупы едят ложками. И в общем, все это офигенно вкусно, свежее. Ну и рис, понятное дело, это основной ингредиент вообще индонезийской кухни. Ну и вообще Юго-Восточной Азии, я так подозреваю. Вот. Ну вот так вот мы ужинаем сегодня. Стоимость, честно говоря, я не знаю всего этого, ну вообще, наверное, копеечная какая-то. Я чуть позже постараюсь сегодня вам, нужно будет в супермаркет поехать, и покажу оттуда, что тут есть из продуктов, расскажу, какие, что чего стоит, что там есть вкусного, необычного. Так что оставайтесь на связи. Где-то через час я, наверное, еще одну трансляцию маленькую сделаю, расскажу вам про еду, и вам точно захочется на Бали. До встречи.